Уже скоро в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» все жители страны получат возможность выбрать проекты, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в первую очередь. Жители Славянского района смогут проголосовать за один из двух проектов. Это благоустройство улицы Набережной или парка имени Григория Пономаренко. Для того, чтобы проголосовать, необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг. Если у вас уже есть регистрация и учетная запись, сделать свой выбор в пользу того или иного объекта не составит особого труда и займет не более 5 минут. Сейчас расскажем, как это сделать. Необходимо зайти на сайт 23.городсреда.ру, авторизоваться с помощью госуслуг и выбрать свой регион и район. Далее отдать голос за одну из предложенных общественных территорий. Обратите внимание, что проголосовать можно будет с 26 апреля по 30 мая. Результаты голосования опубликуют на сайте после завершения голосования. В Славянске на Кубани на обсуждение выносятся 2 проекта – благоустройство улицы Набережной и благоустройство парка имени Григория Пономаренко. Важно помнить, чем больше жителей района примут участие в голосовании, тем выше возможность именно нашему муниципалитету получить финансирование для реализации проекта по благоустройству.